Сегодня стало известно, что источник зловония в Кирове найден и понесет ответственность. Как сообщили в Росприроднадзоре, предприятию вынесено предписание. Напомним, невыносимый запах мучил кировчан с весны. В контролирующие органы поступили сотни жалоб. Как сообщили в ведомстве, в ходе внеплановых проверок удалось установить, что источник сильного запаха сероводорода действительно находится на территории промзоны БХЗ. И это предприятие уже не первый раз попадает в поле зрения контролирующих органов. Установлено, что предприятие осуществляет производственную деятельность с нарушением экологических требований, в части, в том числе и в части производственного экологического контроля за охраной атмосферного воздуха. По данному факту предприятию выдано предписание. Также в отношении юридического и должностного лица будут возбуждены административные дела по статье 8.1. То есть несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия, сооружений и иных объектов. В прошлом году с запахом в городе сложилась аналогичная ситуация. После многочисленных проверок и волокиты предприятие все же удалось привлечь к административной ответственности. Правда, виновник страданий всего города заплатил штраф в 30 тысяч рублей. Стоит заметить, что последние несколько недель неприятного запаха в городе нет, но источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что предприятие приостановило производство из-за капитального ремонта. Он должен завершиться в конце лета. Тогда завод возобновит работу. Кстати, помимо Росприроднадзора, около месяца назад по факту неприятного запаха уголовное дело возбудила полиция. О подробностях следствия пока не сообщается.